С 1 февраля от коронавируса в Казахстане начали прививать врачей и людей с хроническими заболеваниями. Как себя чувствуют вакцинированные? Наш следующий материал мы сняли там, где восстанавливают мотор человеческого организма. Это реанимация кардиологического центра. Чтобы попасть сюда, мы облачились в экипировку медиков, несколько раз продезинфицировали руки и съемочное оборудование. Здесь, в святая святых кардиоцентра, герой нашего сюжета работает. Знакомьтесь, руководитель Павлодарского областного кардиологического центра Адильжан Альбазаров. Прививку от COVID-19 он получил двое суток назад в поликлинике по месту проживания. Состояние мое, я бы сказал, что отличное. Первый день были небольшие ощущения. Как после обычной вакцины, от которых мы обычно прививаемся, от корьевых или противогриппозных вакцин. Небольшая миалгия, небольшая слабость, но которая не мешает вашей трудоспособности. Сегодня я вторые сутки могу спокойно оперировать, вчера я был трудоспособен. Температура тем не поднималась. Да, отличное самочувствие главного кардиолога страны подтверждает его работоспособность. Записать интервью нам удалось во время завершения операции по замене корня аорты и клапана. Для доказательства эффективности вакцины Адильжан Альбазаров привел еще один железный аргумент. Вчера вышла статья в самом влиятельном медицинском журнале «Ланцет», которая подтверждает эффективность спутника ВИ на 93,6%. При этом гормональный иммунитет составляет 98%, а тканевой почти 100%. О чем это говорит? Это говорит о том, что идет очень высокая эффективность этой вакцины. При вакцинации спутником ВИ выработка антител в два раза увеличивает выработку иммуноглобулина М и G. Это в два раза выше, чем после перенесенного коронавируса. Предположительно, эффективность вакцины будет продолжаться около 1,5–2 лет. Также в журнале «Ланцет» говорилось о том, что вакцина спутник ВИ является еще и самой безопасной и входит в тройку ведущих вакцин от коронавирусной инфекции. Коронавирусом Адильжан Альбазаров переболел в июне 2020 года. Болезнь перенес в легкой форме. На сегодняшний день прививки от коронавируса должны получить около 40 его коллег. Это сотрудники отделений приемного покоя и интенсивной терапии, а также врачи из инфекционного госпиталя. Ренат Абдулкаюмов, Юрий Белевский, ЕРТС Ахпарат.